إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Сегодня ко мне одна пожилая женщина подошла и говорит: «Батюшка, объясните мне одну вещь». Я говорю: «Ну давай, попробуем». Что иногда бывают такие вопросы задают, что и не ответишь. Вот я, говорит, когда, ну она уже пожилая, говорит, когда мне нужен фран, я поднимаю руку, останавливается машина, и меня везут. Если за рулем мусульманин, он с меня денег не берет. Говорит, ну не может сын брать деньги с матери, тем более, когда она едет молиться. А если останавливается русский крещеный, то он говорит, это моя работа, и берет деньги. А я говорю, да очень просто. Эти мусульмане гораздо ближе ко Христу, чем те крещенные водители, которые, может быть, даже когда-то и в церковь приходят на Пасху там или еще что. Потому что в них нет ни милостыни, ни жалости, ни милосердия. Вместо того, чтобы уцепиться за бабушку и сказать, а дай я тебя еще покатаю, давай я тебя и в прачечную свожу, и за квитанцию заплачу, давай я тебя и в магазин свожу, и сумки отнесу на твой этаж. А если у тебя там лифт, ну, до лифта. Потому что это есть угодно Богу. И вот так интересно, то, что угодно Богу, современный мусульманин знает. А то, что угодно Богу, современный крещеный не знает. И кто же ближе к Богу? Поэтому будущее за этими мусульманами. За ними будущее. Они будут населять эту землю. Потому что современным крещенным это все не нужно. Они и горячие, они и посты соблюдают. Когда их праздник, люди боятся даже в этот квартал заходить, потому что десятки тысяч молодых мужчин стоят на коленях и молятся Богу. Где вы видели столько православных мужиков? Нигде и никогда. Только одни бабы.